Окей, гайз, быстрый обзор на тему в поисках лучшего кропа, лучшего, самого крутого, самого быстрого и, я не знаю, любимого всеми. Смотрите, у меня сейчас в руках Canon R7, и, как я считаю, это лучший кроп, который есть у Canon сейчас, на данный момент, на 2023 год, потому что лучше... Наверное, у них там уже нету, потому что идут там уже R10, потом там какой-то еще идет R50, но это все не то, это уже все хуже, и эргономика не та, и все не то. R7, на взгляд, самый лучший кроп на Canon. И я ищу лучший кроп для чего? Для того, чтобы я мог снимать и днем, и ночью. Но, опять-таки, кроп... Опять, это все дно. Кроп – это все дно для ночной съемки, ребята. Вы запомните это раз и навсегда. Даже обычная Canon RP Full Frame. Все говорят, что там матрица дерьмовая, и она плохо тянется, там тени, там а-ля Весфото, тени дерьмовые, матрица говно. Но картинка там даже ночью на этот гребаный 16-35 L2 Canon, мыльное говно. Она будет снимать лучше, чем у вас, будет ваша топовая R7. С там, не знаю, с Canon, с объективом. Объективы на Canon — это тоже вообще отдельная история. Сейчас я вам покажу. Я купил, мне нужны ширики, широкоформатные объективы. Я купил широкоформатный объектив один. Ну, типа там по отзывам, там по всем делам. Это 10-18 мм ширик, 4.5 диафрагма, и на дальнем конце она закрывается, по-моему, до 5.6, что-то около того, 4.5-5.6. Для дня более-менее, для ночи полное днище, потому что даже вот этот свет, который сейчас я включу, вот этот свет, в принципе, достаточно мощный, это ничего для этого объектива, просто ничто. И... чуть-чуть понизим. И для кропа, ребята, для кропа, если вы хотите что-то хоть поиметь ночью, любой кроп, вы должны покупать максимально открытую диафрагму. Максимально, если вы хотите снимать ночью. То, что он топовый. Да, он будет снимать лучше, чем у меня был до этого. Как у меня был? 70D. Canon 70D у меня был в обзоре. Можете посмотреть у меня на канале. Да, дно полное вообще кроп. И это кроп 70D, R7, и то, и другое кроп. Но 70D, за счет того, что он старый, да, он вообще, конечно, мурахи у него жесткие, и картинка не очень прикольная. Этот быстрее, этот снимает как бы получше, шумов вроде бы как поменьше, но все равно они шумят. Почему я взял 7D, R7? Мне очень нужно видео slow motion, Full HD, чтобы оно было сразу замедленное. И я выбирал между, допустим, Canon R, полная кадровая камера, но у Canon R slow motion 720p и нету фокусировки. У этого Full HD есть фокусировка, но это кроп. И у вас получается какая тема? Вы либо выбираете полный кадр в HD качество без фокусировки, грубо говоря, за те же деньги, да? Либо вы покупаете R7, новая технологичная камера, Full HD камера, Full HD съемка видео, но у вас темное, все, вам нужно дофигища света, и эта фокусировка, то, что она есть, допустим, на лице, да, у человека, она особо уже не нужна, когда у вас картинка, ваша Full HD картинка сыпется, и она смотрится как HD, либо еще хуже. И вы тут думаете, типа, вот это выбор пришел. Я покупаю за 1000, допустим, бушную Canon R, потом покупаю за 600 евро, за 650 L2 16-35, F2.8, и получаю видео HD и без фокуса. Либо я покупаю R7 за 1700 евро, плюс объектив дерьмовый там за 200 евро. Вот еще второй объектив у меня, он какой там, 10-22 тоже от Canon. И вам, знаете, вам
нужно постоянно с чем-то мириться, вот с ним золотой середины. И тут говно, там хорошо, тут хорошо, там говно. Возьмем, допустим, Nikon за те же деньги, Z6 II. Он, в принципе, неплохой, там есть Full HD видео, можно найти объективы, в принципе, за ту же цену, но, опять-таки, нет вот этого поворачивающегося экрана. Это очень важно для меня, по крайней мере, и там его нету. И ты такой думаешь, приехали, и что делать? Но давайте еще поговорим об этих объективах 10-18 и 10-22 от Canon. Почему я взял их? Почему я взял вот эти вот Canon? Почему я взял, допустим, Takino, там еще есть один Takino, да. Я ищу ширики, и я смотрел на Canon, потому что камера Canon, закрытая система, в отличие, допустим, от Sony, и... Только с объективами Canon она работает очень хорошо, она их понимает. Ну, вроде бы как она их понимает, да? Окей. Этот 10-18 она поняла хорошо. Здесь есть оптическая стабилизация внутри объектива. Она помогает неплохо. Но опять-таки он темный, говно, он не нужен. А этот объектив вечер в ночь для кропа дерьмо. Не берите. Есть объектив 10-22 от Canon, вот он сейчас стоит здесь. Диафрагма уже 3.5 на на длинном фокусе, она, по-моему, 4.5. Уже чуть-чуть лучше, уже как-то вроде что-то интересное. Фокусировка нормальная, также работает, но опять-таки здесь нету у нас стабилизации в объективе. Зато есть, думаю, ну не зря же я купил R7, у него же есть матричная стабилизация вкупе с оригинальным переходником, оригинальный объектив, камера, все оригинально, все четко, должно быть хорошо. Дырка уже покруче, более открытая, уже ISO не так будет сильно задираться. Допустим, у тебя будет ISO на видео не 6500, а уже 5000 или не 5000, а уже там, допустим, 3200, 4000. И то, уже лучше, окей. Так что вы думаете, ребята? Я начинаю зумироваться на этом объективе, и он не понимает зума. Его матрица начинает вот так вот дрожать в момент зума, вот так вот она дергается вся. И это полное днище. Это полное днище Canon. Вы что, прикалываетесь? Я нацепил. Вот у меня другой есть Canon. Сейчас вам покажу. Вот у меня другой из Canon R6 Mark II. Я нацепил на R7 RF оптику. В купе она работает, получается, уже стабилизация матричная идет, и идет стабилизация в объективе. С RF оптикой нормально, он работает нормально. Но опять-таки, видите, заявленная Canon полная совместимость, особо она и не полная получилась на этом объективе, потому что матрица здесь, она не понимает увеличение, она начинает дергаться. Да ну что за дичь полная. Получается как? Я работаю с выключенной стабилизацией везде. У меня нет стабилизации ни здесь, ни в камере, потому что в камере она не рабочая при зумировании. Не нужна. Не нужна такая стабилизация. Получается, что у нас есть еще Takino. Объектив Takino 2.8. Поскольку я сейчас этот объектив 10-18 полное днище, потому что ночью он не работает, может быть, кому-то он понравится днем, но ночью днище. Мне он не нужен. 10-22, уже более открытая диафрагма, но не работает стабилизация видео, и не особо уж и она и открытая эта диафрагма. Получается, и уже тоже мне этот объектив нахрен не нужен. Получается, купил два дерьмовых объектива, которые мне нахрен не нужны. Но почему я их купил? Ну потому что типа Canon, надо, чтобы оно было максимально совместимо, все было офигенно. Но не тут-то было, оно все же не так уж и офигенно получилось. Во-первых. Во-вторых, видите, вспышку Godox для Canon. Как только ты одеваешь эту вспышку Godox для Canon на фотоаппарат Canon. Давай, одевайся. И ты хочешь сфокусироваться в темном месте. В темном месте. И если у нас включен серво-режим, ну как бы серво-режим, это когда постоянно идет отслеживание. Да, он фокусируется, все нормально видно, но как только вы переключаетесь в покадровый режим, в плане покадровая фокусировка, вот на одном месте фокусировался и все, не двигаешься. Смотрим, что он выдает. Сейчас мы выключим свет.
топовая камера, крупнутая, да? Не забываем. Что выдает камера эта? А, 5 света много. 5 сек, ребята, 5 сек. 5 сек. Выключили, все, выключили. Вот, меня, в принципе, еще видно. Вот, начинаем фокусироваться. Бац, работала вспышка, камера трейнула жестко. Вроде бы сфокусировалась, но все залагало здесь. Здесь все залагало, она выдала тебе ошибку, говорит Error 70, включите, выключите камеру, и тогда только у вас будет она работать. Дичь, конечно же. Поэтому что, думаешь, ага, Godox гребаный нифига не работает. Да что за дичь? Она как бы работает на этой камере, но только в серво-режиме, когда ты постоянно отслеживаешься. Либо у тебя есть покадровый режим, но у тебя должно быть много света, чтобы она не тройнула, чтобы она так вот импульс не дала и не задолгала. Я смотрел в настройках, для особо умных, я смотрел в настройках, как отключить, допустим, вот эту вспышку, потому что я знаю на Sony, у меня были Sony разные, там включается эта вспышечка для того, чтобы камера могла понять, какова должна быть мощность вспышки. Она примерно освещает территорию, а потом уже выдает тебе нормальную вспышку, нормальный импульс вспышки. Я думал, здесь такая же тема, типа можно какой-то импульс дать, чтобы понять, какая атмосфера и какую вспышку выдать. Но в итоге она просто лагает и все, я не могу никак это выключить, это никак не работает, ни в вспышке, ни в камере. Я все перелазил, все поменял, ничего не получается. Получается, я могу работать на этой камере с этой вспышкой Godox. Маленькая вспышка, загуглите, я уже не помню название. Маленькая вспышка с батарейкой, которая постоянно заряжается. Я не могу работать, получается, полноценно. Полноценно еще почему не могу работать? Потому что она с этой камерой работает, ну, хреново, опять-таки. Что это Godox, что другая у вас Godox V1. Вот, на этой камере, на R7, на кропе, почему-то они дерьмово работают. Они либо пересвечивают кадр, либо не досвечивают. Постоянно тебе приходится это все менять, настраивать вручную. Ну нафиг оно мне надо. Реально. Даже понимаете, вот Canon R, Canon RP, полный кадр. Но почему-то работают нормально вспышки на них. Ну почему не работать на R7 нормально вспышки? Почему на 70D тоже там, по-моему, дерьмово все было? В общем, ребята, ну по моему опыту, большому опыту, кропнутые камеры, они полное говно. Полное говно. Вот у меня тот же сейчас с собой R6 Mark II. Работает хорошо и с этой вспышкой, и с V1 работает неплохо. Можно что-то поднастроить там, но не критично, да, если какие-то там проблемки есть, не критично. Все четко работает. Я вам рекомендую покупать только полный кадр, ребят. Ну, накопите вы деньги, возьмите вы нормальную себе камеру. Не покупайте крупную. Вот у меня сейчас есть возможность, я хотел просто найти что-то дешевое и попытаться выжать из дешевого, по крайней мере, пытаюсь до сих пор выжать из дешевого и крупнутого приемлемую картинку ночью. Но пока что не получается это по сравнению с полным кадром и с хорошей оптикой 2.8. 16-35, 2.8 здесь. Офигенная картинка, все четко, быстро. По скорости вроде как DJI тоже там 10, у них там постоянно DJI 10, у них только там они что-то внутри меняют. По скорости тоже не то. Видно видео, то что когда ты видео снимаешь на R7, она немножко запаздывает с переключением света. В плане ISO нужно быстренько задрать тебе, потому что у тебя диафрагма меняется с F3 на F4.5. Она это делает как-то на одну секунду медленнее, чем R6. Как бы она это быстрее делает. И у вас получается одна секунда видео дно, потому что оно темное. Вот это мои настоящие наблюдения здесь и сейчас про камеру. Это не то, что просто какой-то там диванный обзорщик сидит и рассказывает про R7, про их характеристики. Вот я пользуюсь этими камерами, вот они здесь у меня две. Я вам рассказываю, как это работает на самом деле. В итоге в поисках лучшего кропа, ребят. Опять-таки, я сейчас возьму, наверное, маленькую вспышку от Canon. Canon, о. Надеюсь, ты будешь работать, потому что объективы работают не очень хорошо. Godox, вот эта вспышка с этим Canon работает не очень хорошо.
Я попробую взять Canon на эту камеру, вспышку Canon, поработаю с ней, как она будет давать импульсы, нормально, ненормально, будет треть или нет, непонятно, посмотрим. И я возьму Такину все же, 2.8 диафрагма, потому что, ребята, чем больше диафрагма, тем лучше. Забудьте о диафрагме 4, 3.5, если вот даже вот 3.5, тоже забудьте, ночная съемка дичь. Забудьте про это, не вспоминайте, пожалуйста, ребята, не тратьте свои деньги, время, стой хрень, не надо все это дерьмо сейчас продавать. Я это покупал новым, потому что нужно было срочно. Это покупал бэушным, потому что, ладно, у меня было время. Но опять-таки, бэушный опять надо продавать, надо время, все это херню с ним заниматься. Нафиг оно вам надо. И вот сейчас я возьму Такину 2.8, вспышка Canon. И мы посмотрим уже, какие кадры должны быть. Это уже будет максимум, что я добьюсь от этой камеры, потому что, ну да, конечно же, мы можем взять какой-нибудь объектив 1.4, 1.2, 50, 1.2, ну конечно, ребят, но мне не надо, мне нужен ширик. Я сейчас добиваюсь от ширика максимально возможно, поэтому следующий объектив это Такина 2.8. Я не смотрю на хроматические аберрации сейчас, на всю эту чушь, которая по краям кадра, да нафиг оно не надо. Мне надо, чтобы был центр нормальный, хроматические аберрации я не смотрю, они не нужны для ночной съемки. Главное, центр кадра, чтобы был хороший, и была скорость фокусировки нормальная. Что-то я хочу рассказать, забыл. Ладно. А вот такие мои наблюдения сейчас, по крайней мере, в поиске лучшего кропа. В общем, ребят, немножко добавлю еще, это вот утренняя съемка после ночи. Подумав, я решил, что все же я не хочу связываться с группами больше вообще, потому что мне неинтересно. Я думал, то, что R7 она будет по шумам лучше, чем 70D. Она как бы лучше по шумам, но она недостаточно хороша. Поэтому на высоких ISO она также шумит и также фотки становятся стрёмные, дерьмовые. И пришел к выводу, что я не буду тратить деньги и опять время на поиски Такины 2.8 и фоткать на эту Такину, потому что по-любому там камера не будет ее признавать как родная оптика, и там не будет тоже стабилизатора, возможно, не будет она также хорошо фокусироваться на видео, и все остальные эти бубны с плясом, вся эта остальная дичь, которая происходит вот с этим кропом, с R7, с остальными кропами. Мое личное решение, что я на кроп больше не фотографирую, мне это не интересно, потому что у меня преимущественно ночные съемки. И я не хочу быть ограниченным. Вот это вот кроп, микро, это дно, полное дно, которым я не хочу пользоваться, и человек не должен этим пользоваться, потому что это говно, а не фотоаппараты. Это днище. И хоть оно и дешевое, но вы платите дешево, получаете дешевое говно. Дешевую фотографию, которая невкусно выглядит. Поэтому 1700 евро, ребят, 1700 евро эта камера стоит новая. Допустим, я сейчас подумал, и, наверное, следующая камера на обзоре у меня будет Sony A7C. A7C, потому что это полнокадровая камера, она легкая, и на нее хороший парк оптики есть. И связки с Tamron, есть Tamron один, я вам покажу потом, когда возьму все это. Надо это говно продать. И я вам покажу, какая все же на него будет картинка. Я покажу, какая картинка и здесь тоже на R7 и на R6, как она отличается. Вы поймете, что как бы, да, кроп, ребята, это дно.